Видео пришло из Ингушетии, где завели уголовное дело об избиении ребенка. Когда 7-летняя девочка поступила в больницу, в ужасе от увиденного были даже врачи. Царапины, ссадины, ушибы, гематомы, ожоги, даже следы от укусов покрывали все тело. Запущенный перелом руки, из-за этого образовался тромб. Малышка едва не лишилась конечности. Врачам пришлось проводить экстренную операцию, чтобы спасти руку. Девочку в ближайшее время перевезут в Москву, в детскую клинику Рошаля. Кто стоит за истязанием ребенка, предстоит установить следствию. Как сообщается, последние полгода малышка жила у родной тети. По словам женщины, ребенок сам нанес себе эти травмы. Якобы недавно девочка упала в яму во дворе дома, а до этого сама села в кастрюлю с горячим борщом. К врачам никто не обращался, лечили ребенка дома. К слову, в больницу девочка поступила не просто с забинтованной, а с перетянутой жгутом рукой. При этом есть данные, что тетя девочки скрывала ото всех, что племянница живет у нее. Женщину уже доставили на допрос.